Памятники, ограды, скамейки и многое другое, сделанное качественно и в максимально короткие сроки. Все это производственная компания «Ангелов», которая уже много лет успешно работает на рынке Тверской области и Подмосковья. С 2013 года в Тверской области работает производственная компания «Ангелов». Ее салоны, располагающиеся не только в нашем регионе, но и в Подмосковье, находятся в удобных для подъезда клиентов местах. В столице Верхневолжья это проспекты Калинина и Комсомольский, а также Волоколамка. Заказчикам предлагается широчайший спектр услуг по изготовлению памятников из 8 каменных пород, среди которых настоящий мрамор и гранит. К услугам клиентов создание и согласование макетов, памятников, портретов, мемориальных комплексов целиком. Ну и также, самое главное, это полный спектр услуг по установке, монтажу памятников, комплексов с последующей гарантией и постгарантийным обслуживанием. В год компания «Ангелов» производит до 2000 изделий. Важнейшим фактором успеха является профессионализм сотрудников, а также постоянное обновление производства. Сейчас большую часть работ выполняют самые современные станки с ЧПУ. По большей части человеческими руками памятники только шлифуются. Правда, это не касается ковки. Это еще одно направление работы компании «Ангелов». Тут по-прежнему нужны именно мастера, которые, конечно же, имеются в штате. Они выдают самые настоящие шедевры, работая на двух производственных линиях. Это холодная ковка, ограды эконом-класса. То есть здесь изготавливаются элементы художественной ковки из профильной трубы и свариваются в ограды. И есть еще второй цех поинтереснее. Здесь настоящая горячая ковка с применением технологий современных, ну и опять же старого дедовского молота, наковальня. Клиентам предлагаются ограды, кресты, скамейки и столы, выполненные по 30 стандартным рисункам. Если же заказчик хочет что-то оригинальное, то мастера готовы выполнить работу по любым эскизам или хотя бы наброскам. Неудивительно, что люди стабильно выбирают именно компанию «Ангелов», профессиональный девиз которой «Путь к вечности лежит через качество».